Привет, друзья! Я хочу вам дать совет, который, на мой взгляд, является краеугольным для построения большого бизнеса. И я думаю, что он перевернет весь ваш взгляд и подход к предпринимательской деятельности. Именно этот подход помог мне построить сеть за 3 года, в которой около 200 ресторанов, с годовым оборотом около 50 миллионов долларов. Именно благодаря этому подходу в течение следующих нескольких лет мы станем мировым лидером. Я думаю, что это видео станет одним из самых интересных видео из тех, которые вы видели последнее время. Но перед этим хочу вам рассказать 2 простые истории из своей жизни. Первая история об ограничениях. С самого детства я мечтал о необыкновенной жизни. Я чувствовал, что может быть абсолютно другая жизнь. Не та обыденность, в которой жили все окружающие. Как я позже узнал, такие мечты есть абсолютно у всех, пока их окончательно не убивает система. У меня появилась мечта когда-то показать своим родителям и своим близким абсолютно другую жизнь. Жизнь, свободную от материальных нужд, счастливую и наполненную. Все успешные люди – это большие мечтатели. Они представляют, каким должно быть их будущее до мельчайших подробностей, а потом работают над воплощением задуманного. Брайан Трейси. Но, к сожалению, эти мечты и чувства были только во мне внутри. Никто из внешнего мира меня не понимал. Даже мои родители не поддерживали меня и не понимали. Они все время говорили: что ты такое возомнил? Мне пророчили стандартное обучение, стандартную карьеру в маленьком городе в бывшем Советском Союзе. Все было по четкому и стандартному плану развития. Стандартная система готовит стандартных людей. У меня были постоянные столкновения с родителями и с системой. Я не понимал, как они не могут видеть абсолютно очевидных вещей. Можно же жить по-другому. Можно жить яркой, насыщенной и счастливой жизнью. Но так воспитывали они. Так же воспитывали и их. Они как умели, так и жили. Так научили жить их родители. Мой бунтарский характер постоянно протестовал против стандартов и шаблонов. Сначала родители, потом учителя. Они создавали, по их мнению, самого лучшего, но стандартного человека. Я не понимал, как школа мне может помочь стать тем, кем я мечтал. Подавляющее большинство людей продолжают жить с навязанными им убеждениями. Эти убеждения не дают им по-настоящему реализовать свой потенциал. К примеру, кто-то считает, что заработать большие деньги честно невозможно. А другой считает, что все ниши уже заняты. Третий думает, что продвинуться по карьере нельзя, там уже все схвачено. Четвертый думает, что для старта бизнеса нужны огромные инвестиции, которые тебе никто не даст. Пятый думает, что мои конкуренты умнее меня. Я не смогу в разы увеличить свой бизнес. Эти убеждения, которые выстраиваются у нас в голове, отнимают у нас энергию, счастье и радость. Эти ограничения порождают в нас комплексы, которые сдерживают рост и развитие. Очень важно, чтобы каждый из вас сейчас понимал, что эти ограничения – это не вы. Это то, что вам кто-то когда-то навязал извне. И вы поверили, что это про вас. Когда я это заметил, я начал это проверять на других успешных людях. Я увидел, что все успешные люди тем или иным способом, но преодолели эти ограничения. Некоторым повезло, у них были великие наставники, которые помогли им в этом. Гораздо меньше людей дошли до этого сами, вопреки всему, что им насаживалось.
Но я не знаю ни одного успешного человека, который не избавился от этих убеждений. В общем-то, мне удалось избежать влияния этих негативных убеждений. Но одно всего лишь убеждение, которое зашло внутрь, оно в какой-то момент разрушило мою семью. Это была одна простая мысль. Мысль заключалась в том, что я думал, что чтобы построить огромную, большую, глобальную компанию, нужно работать с утра до ночи. И таким образом я не уделял вообще времени семье. И, естественно, эти отношения закончились. Сегодня, когда я это осознал, мне прекрасно удается правильно планировать день и находить время для своей семьи. И при этом развивать бизнес. Хочу вам сказать, всегда оберегайте то, что ценнее всего для вас. То, во что вы верите больше всего. То, что вам дает энергию и силы. Всегда следуйте зову сердца. Никогда не сдавайтесь. Не подчиняйте себя условиям, ситуациям, отговоркам. Не примеряйте на себе чужие шаблоны. Рискуйте и не бойтесь упасть. Вы всегда сможете снова подняться. Никогда не слушайте советы людей, которые не стали успешными в том, чему учат. Такой подход помог мне не сломиться. Наоборот, очень помогал мне развиваться. Я всегда искал ответы на свои вопросы, рисковал и менял свою жизнь. Если вы считаете, что можете, вы можете. Но если вы думаете, что не можете, значит, вы не сможете. Мэри Кей Эш. Вторая история о плате за уроки. Параллельно учебе в общеобразовательной школе я занимался в музыкальной школе по классу тромбона. В какой-то момент мне казалось, что мое призвание – стать великим музыкантом. В 16 лет я рискнул и отправился за мечтой в Ленинград. Я решил, что буду учиться в самом лучшем музыкальном заведении Советского Союза и у одного из самых знаменитых профессоров в мире. После 3 лет обучения я все еще мечтал стать лучшим музыкантом в мире. Но самое лучшее в мире музыкальное заведение было в Нью-Йорке, это Джулиард. Поэтому я переехал в 20-летнем возрасте жить в Нью-Йорк. Невозможно. Это слово, которое занесено в словари лишь глупцов. Наполеон Бонапарт. Но там никто не ждал меня с распростертыми объятиями. Чтобы я и моя семья укрепились в чужой стране, мне пришлось очень тяжело работать. Я мыл посуду, работал в пиццерии и делал очень много черновой работы, чтобы помочь себе и моим родителям. За это время я увидел огромное количество возможностей. Я узнал, как работает бизнес изнутри. Во мне проснулась страсть к предпринимательству. И я понял, что бизнес – это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Работая в разных организациях, я понял, что только собственный бизнес позволит мне жить той жизнью, о которой я всегда мечтал. Несмотря на то, что я очень много работал, я всегда находил несколько часов в день, чтобы изучать принципы построения бизнеса. Наблюдая за разными бизнесами, я всегда находил те мелочи, которые делают эти компании успешными. Я штудировал тонны литературы о успешных компаниях и о великих бизнесменах. Я учился искусству коммуникаций и переговоров. И больше всего меня интересовала тема менеджмента. Как стать очень сильным менеджером. Как руководить большими коллективами. И как постоянно увеличивать продажи. Я работал до позднего вечера и еще потом несколько часов изучал все тонкости управления и предпринимательства. Просмотрите список самых преуспевающих людей на планете и посчитайте, сколько из них занимает должность. 0. Ни одного, ни единого. Они сами основывают предприятия и создают должности. Джо Витали. В
какой-то момент у меня началась жизнь предпринимателя. Я встретился лицом к лицу с реалиями бизнеса. Начались взлеты и падения, потери больших денег, личностные кризисы. Но единственное, что меня поддерживало на плаву, единственное, о чем я никогда не забывал, это любовь к делу, которую я делаю. И вот всегда мечта о лучшей жизни, о том, как будут обеспечены мои родители, мои близкие, это была моя путеводная звезда. Затем я начал зарабатывать большие деньги, но еще больше денег я продолжал терять. Мне не хватало навыков, часто самых элементарных навыков. Когда я стартовал какой-то проект, я терял деньги там, где сейчас я бы не терял, где я мог бы предусмотреть, но опыта не хватало, знаний не хватало. И особенно при построении своего первого бизнеса я не уделял достаточное внимание подбору команды. Я не считал, что это важно. У меня никого не было рядом, кто мог указать на мои ошибки. И я снова и снова терял большие деньги из-за неправильного подхода к формированию команды. В команду попадались мои разные некомпетентные люди и даже иногда жулики. Только спустя много лет я понял, что такое команда и ее важность в построении большого бизнеса. Но об этом я расскажу немного позже. Отсутствие компетентности во многих областях бизнеса выливалось всегда в крупную сумму. И часто были моменты, когда вот уже заработал деньги, вот они уже в руках, но все равно они уходили, и это была плата за ошибки. Например, когда я узнал, насколько важно правильное отношение к клиентам, к этому времени сумма уже потерянных денег в этом направлении исчислялась миллионами. Неправильный мой менеджмент не позволял мне добиваться тех результатов от людей, которые они могли мне дать. Из-за того, что я не умел строить и управлять отделом продаж, я терял огромные суммы денег. Чтобы научиться каждому из этих навыков, у меня заняло много лет. Но я потерял огромное количество денег. Но даже не деньги важны. Самая важная потеря – это было время. Деньги можно заработать, но вот время, которое я потерял, обучаясь этому, я уже никогда не верну. Сейчас я понимаю, что всему этому можно научиться гораздо быстрее. Достаточно, чтобы кто-то с реальным опытом в бизнесе вас просто этому учил. Если назад вернуться в тот возраст, когда мне было 23 года, я бы, не раздумывая, отдал бы весь свой заработок в течение нескольких лет человеку, который бы мог научить меня всему этому. И это была бы моя самая прибыльная инвестиция. Сегодня, после того, как я прошел такой большой путь в бизнесе, я бы хотел уберечь от ошибок, которые я совершил, всех, кто только сейчас становится на путь предпринимательства. Много работая с предпринимателями, я вижу, что почти все идут одной и той же дорогой. Наступают на одни и те же грабли, допускают одни и те же ошибки. А ценой этого становится потерянное время, потерянные семьи, потерянная вера в себя, потерянные деньги. А главное, это человек перестает верить в то, что у него есть тот потенциал, который можно реализовать и добиться всего. На личном примере этих двух историй я показал вам, почему люди не живут той жизни, какой достойны. Это две главные причины. Первое – это ограничения, которые общество вбивает в голову каждому. Второе – это недостаток знаний. Я смог преодолеть эти две проблемы. И сейчас я живу той жизнью, о которой мечтал. Жизнью, которой может жить каждый человек. Я строю большой бизнес, и рост нашей компании приносит мне колоссальное удовольствие. Буквально ежедневное открытие новых ресторанов выводит меня на новый уровень жизни,
и, главное, все большего удовлетворения самим собой. Но я понимаю, что для большинства людей эти проблемы остаются абсолютно актуальными. И, скорее всего, только благодаря везению люди могут вырваться за пределы ординарности. Я хочу эту ситуацию изменить. Я точно знаю на своем примере и на примере сотен предпринимателей, что мешает вам кардинально изменить свою жизнь и стать успешным. Об этом я расскажу чуть позже. Потерпите. Ваш самый главный актив – это вы сами. Вложите свое время, свои усилия, деньги в обучение, подготовку и поддержку вашего самого главного актива – Том Хопкинс. Я убежден, что вся система образования будет полностью переделана, полностью трансформирована. Представьте себе, что произойдет, когда люди получат все необходимые знания, чтобы жить экстраординарной жизнью. Как люди будут создавать такие великие вещи, как Mercedes, интернет, iPhone и тому подобное. Когда каждый человек сможет раскачать свои предпринимательские навыки, свою интуицию, свой потенциал, чтобы отдавать человечеству что-то очень ценное и нужное и создавать великие вещи. И это поистине важно для нашего мира. Я уверен, что предпринимательство скоро выйдет на такой уровень, где люди смогут действовать быстрее, эффективнее, результативнее. При этом предприниматели будут избегать ошибок, на которые наступают, как на грабли, почти все сейчас. И я рад, что этому способствую. Я верю, что за предпринимательством будущее. И это доступно не только детям из богатых семей, не только олигархам. Это доступно всем при наличии определенных знаний. Построение магазинов, заводов, фабрик, предприятий. Все это под силу обычным людям. И я помогу найти дорогу именно им. Тем, кто очень хочет, но просто пока не знает как. Овладев нужными знаниями, каждый выйдет именно на ту ступень, на которой он сможет раскрыться. При этом каждый человек сможет жить богатой жизнью и не думать о завтрашнем дне, и получать от жизни то, что нужно именно ему. У каждого из нас есть картинка будущего. Мы представляем в будущем роскошную жизнь, прекрасную семью, хорошие курорты, машины, отдых, великолепную работу, коллег, творческую работу, прекрасное финансовое состояние, даже, может быть, финансовую абсолютную независимость. Каждый из нас мечтает об этом. Каждый может это получить. И каждый предприниматель достоин очень богатой, успешной жизни. Потому что именно предприниматели создают все то, что делает жизнь лучше для миллионов людей. Если бы не предприниматели, мы бы до сих пор бы жили в каменном веке. И поэтому я целиком и полностью готов развивать и помогать молодым предпринимателям, чтобы они как можно быстрее смогли достичь своих целей, принести большую пользу обществу, построить большие бизнесы. Однажды в далеком детстве я спросил своих родителей, почему мы живем не так хорошо, как многие другие. В ответ на это я услышал только порицание. С тех пор я дал себе слово, что я сделаю все возможное, чтобы не услышать нечто подобное от своих детей. И вы тоже можете это сделать. А сейчас пришло время ответить на главный вопрос. В чем же все-таки корень успеха в построении большой компании? Это один из самых частых вопросов, которые мне задают. На что нужно сфокусироваться в бизнесе, чтобы получить самый большой результат?
очень долго я искал ответ на этот вопрос. Очень долго я думал, что самым главным является в бизнесе продукт. И именно на него нужно фокусироваться. Позже я думал, что это главным является продажи, потому что без продаж нет нового притока крови, кислорода в бизнес. Долгое время я думал, что нужно держать фокус на клиенте, потому что именно клиент платит деньги. Именно он, я думал, является главным бизнесом. И только позже я понял, что ни продажи, ни фокус на клиента, это не все не может сравниться с фокусом на команду, на построение сильной, мощной команды, которая уже обеспечит все, и продажи, и фокус на клиента, и прибыль, и рост бизнеса. Сегодня я глубоко убежден, что самое главное в компании – это люди. Компания – это не документы в сейфе, это не товары на складе, это не деньги и даже не клиенты. Компания – это группа мотивированных, умных, сильных людей, которые смотрят в одну сторону, которые пытаются добиться цели, которые они все поставили перед собой. Мне нужны железные люди, сильнее, чем канадцы, стальные мышцы, стальные нервы и стальной ум. Мне не нужны разговоры, мне нужны дела. Человеку всегда кажется, что в его силах намного меньше, чем он может на самом деле. Запомните, бизнес – это спорт, это командный вид спорта, а результаты и победы приносит как раз именно сильная команда. Чтобы много заработать в мире бизнеса, нужно научиться переигрывать конкурентов. А для этого у вас должна быть очень сильная команда, потому что игра идет команда с командой. Вы, как первый номер компании, прежде всего должны прокачивать свои лидерские качества, навыки формирования команды и умение этой командой управлять. Добиваться того, чтобы ваша команда играла все лучше и лучше. В спорте чемпионы получают все – славу, деньги, влияние, знаменитость. А те, кто ими не становится, они все борются за выживание. В бизнесе абсолютно то же самое. От вашего мастерства как тренера зависит весь исход. И поверьте, сильным тренером очень непросто стать. Необходимо в этом постоянно совершенствоваться. А вашим игрокам не так просто стать звездами. Кроме их собственного желания, им очень необходима ваша помощь. Способны ли вы сейчас им это дать? Задайте себе этот вопрос. Отличная комбинация! Блестящие передачи! Вы только поглядите, какое взаимопонимание демонстрируют хоккеисты! ЦСКА атакует! Бросок! Слаженной и стремительной игры. Предлагаю запомнить сочетание Михайлов, Петров, Харламов. Молодые тарасовцы. Шайбу забросил Валерий Харламов. Запишите три блока, в которых уже сегодня я рекомендую вам совершенствоваться. Первый блок – это личные ваши навыки как руководителя. Вам придется находить правильных людей, мотивировать их, обучать, ставить правильные цели, дожимать, контролировать, требовать. Выше, Ломин!
динамики! Выше, выше! Как любимую девушку нести! Быстрее, быстрее, быстрее! Пошли! Вам не тяжело! Быстро, 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 быстро! Владимир Владимирович, ну а мы-то когда? А вы посмотрите пока. Да посмотрели уже. Ну еще посмотрите. Люди, чтобы на ЦСКА посмотреть, по 3 рубля платят. И это лишь только малая часть тех навыков, которые вы должны в себе развивать. И получаться это у вас все будет не сразу. Гораздо чаще вам даже придется осуществлять поддержку ваших ребят. Обучать их тому, чему они недостаточно сильны. Координировать их работу. Фокусировать на главных вещах и уходить от второстепенных. Ну и, конечно же, быть огнем для них, батарейкой для них. Вам нужно будет вдохновлять их на подвиги, разжигать в них искру победы, ставить их на ноги. Не смогу, Катька. Прежде. Да кто тебе сказал? Сможешь или не сможешь, только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть. Я не еду в Канаду. А при чем здесь Канада? Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы и наград? Да ты жить должен. Понял? Жить и не ради Канады. Жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день. Твой номер 17-й. Его весь мир знает. Ты, короче, тут постой и стоп себе подумай. Посоветуйся вон с ребятами. Второй блок – это корпоративная культура. Корпоративная культура – это, проще говоря, принципы, по которым вы организовываете работу вашей компании. Это принципы, под крышей которых будет интересно собираться сильным людям. Принципы, по которым будет строиться результативная работа в вашем бизнесе. Это тот клей, который будет склеивать весь ваш коллектив вместе и сплачивать в один кулак. Спартак, стоять! ЦСКА! Не останавливаться! Я сказал... Не останавливаться! Что значит не останавливаться? Нам прямо сейчас и ЦСКА. А кто? Мы сборная. Сборная Советского Союза. Тренировка закончена. Третий блок – это система управления. Это система тренировок, система достижения результатов, начиная от планирования и заканчивая выполненными задачами. План, факт, решение, действие, контроль, результат – все это необходимо организовать вам, чтобы команда могла бороться за место под солнцем, чтобы могла побеждать конкурентов. Вспоминая первые годы в бизнесе, я не уделял такого внимания людям, которые работали со мной. И именно поэтому ни один из моих бизнесов не был настолько успешен, как тот, которым я занимаюсь сейчас. Системная работа с топами моей компании – это то, что я делаю каждый день в обязательном порядке. Я могу поспать меньше на несколько часов, могу пропустить ужин, но я никогда не пропускаю общение со своей командой, чтобы узнать, как у них дела, чтобы вдохновить их, чтобы поставить им еще большие цели, узнать, как движутся они к достижению целей. Я точно знаю, что завтра они будут работать еще лучше, еще интенсивнее. И еще будут больше раскрывать свой потенциал. Когда счастливы и успешны люди, которые работают в моей компании, тогда счастлив и я. Поэтому работа с командой – это самое важное направление для меня. Только представьте себе, каких бы результатов вы могли достичь с командой чемпионов. Не вам приходится ускорять все,
а команда сама движет все вперед. Представьте себе людей, у которых зарплата далеко не на первом месте. Для них главное побеждать, достигать общих результатов. Они по-настоящему переживают о том, что делают. У них горят глаза, они чувствуют страсть к работе. С такой командой вы будете номер один в своей нише, потому что у вас будет команда чемпионов. Поэтому главный совет, который я могу вам дать сегодня, это фокусируйтесь на команду. Вдохновляйте команду, собирайте крутых людей, требуйте, дожимайте, ставьте большие цели, и все будут счастливы. Клиенты, акционеры, работники, менеджеры, все будут счастливы. Для всех это будет хорошо. Фокус только на команду. И только в этом случае вы будете получать большие результаты. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что все ключевые люди в моей команде делают свою работу лучше, чем я, разбираются в своем деле лучше, чем я. И только поэтому наш бизнес идет стремительно в гору. Я давно запустил этот системный подход к развитию команды и вижу, какой колоссальный результат это сейчас дает. Какие бы проблемы ни возникли в вашем бизнесе, всех их будет решать именно команда. Вы не будете их решать. Именно только команда, сплоченная команда, сможет решить эти проблемы. Если вы до сих пор сами решаете все проблемы в бизнесе, то вам абсолютно закрыта дорога в высшую лигу бизнеса. Потому что в этот момент вы не занимаетесь главным. Вы не занимаетесь людьми, не тренируете команду. Именно управление людьми, воспитание лидеров – это и есть задача первого номера, задача руководителя, ваша задача. Это и есть тренерская работа. В какой-то момент я понял, что развитие компании, построение той огромной компании, о которой я мечтаю, только зависит от развития сильных менеджеров, от развития людей. Я четко понял, что ключевым нашим людям не хватает тренерских навыков, навыков управления людьми. Я также понял, что предприниматели совершают одни и те же ошибки, и никто не учит масштабированию и управлению бизнесом. А самое главное, никто не берется сделать из предпринимателя первоклассного тренера своей команды. А как мы с вами уже знаем, это корень успеха. То классическое образование, которое доступно для людей, не учит практическим инструментам. А более не менее такие профессиональные программы, это нужно уезжать за границу на 2 года, и это стоит практически примерно 100 тысяч долларов. Хорошие бизнес-школы. И это сейчас огромная проблема для существующего бизнес-обучения. Человек, получивший образование только в учебном заведении, необразованный человек. Джордж Сантаяна. Я горю тем, чтобы сделать эти знания доступными для всех начинающих и уже состоявшихся предпринимателей. Для всех тех людей, которые хотят расширить свою компанию. Дать знания, которые помогут поднять свой бизнес на совсем другой уровень. И это даст финансовую свободу каждому. Это именно то, чего мне не хватало самому, когда я шел по сложному пути и набивал все свои шишки. В итоге в нашем корпоративном университете мы создали уникальную программу, которая быстро, эффективно обучает реальных предпринимателей, как начинающих, так уже опытных. Обучает, развивает, дает практические знания, конкретные, четкие, которые помогают зарабатывать гораздо больше денег, добиваться тех целей, которых раньше было невозможно достичь. Я назвал эту программу масштабирование. Год назад переехал из глубинки в Минск, и вот за этот год, в принципе, ситуация в корне поменялась. То есть с тех пор, как я учусь у Алекса, мы масштабироваться смогли в 3 раза выходим.
Ну и сразу почувствовалась конкретика. Она, конечно, бьет сразу в точку, что не лозунгами Алекс рассказывает и отдает информацию. Но бизнес двигался достаточно уже успешно. Я преодолел там это дно. Ну, когда ищешь, как запустить бизнес, довести его до прибыльного. Он уже был прибыльный. Но то, что мне не нравилось, конечно, как проводились совещания, сотрудники ускользают, не доставляло никакого удовольствия. Это была просто дойная корова, ну, которую, я понимал, надо ее апгрейд все время делать. Да, и все время была мечта создать структуру, в которой, соответственно, ну, легко, ну, как легко, то есть интересно решали задачи, чтобы была команда, в которой единомышленников, чтобы они поддерживали. И, ну, я очень много перебирал инструментов, и поэтому Алекс легко со своей программой встал в эту в очередность, да, и я ее попробовал, и, ну, и, соответственно, 4 года я уже, ну, очень-очень плотно много информации получаю. Вот, и сейчас новая эта программа, конечно, просто замечательно как раз струю. В эту программу вошел весь мой 27-летний опыт в бизнесе. Он сконцентрирован, выбрано самое лучшее. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что аналогов этой программы нет. Мы очень серьезно отнеслись к программе обучения, поэтому сделали программу такой, при которой не может не быть результатов. Но вам придется очень интенсивно работать над собой, над своим бизнесом и над своей командой. Вы будете получать задания, которые нужно будет обязательно выполнять. Система нашего обучения построена таким образом, что не выполнять задания нельзя. Вы будете учиться в окружении таких же, как и вы, людьми. Поэтому скорость вашего роста будет огромной. Личный результат каждого участника – это наша задача. Самое интересное, что выросла не одна какая-то категория, а начали расти все категории. Где-то больше, где-то меньше. То есть я пришел с запросом, чтобы подтянуть управление, я на данный момент его подтянул. То есть в чем разница даже в управлении была? Как бы ты понимаешь, как донести, даже если ты понимаешь, как донести до сотрудника задачу, самое сложное – добиться ее выполнения. То есть и вот этому я на сегодняшний момент уже подтянул свои навыки, вот в этом уже подтянул на сегодняшний момент, потому что если бы с тем объемом заказов, который у нас есть сейчас, и был бы там полгода назад до обучения, вот, ну, были бы мы в***е сейчас, извиняюсь за выражение, но вот как бы, ну, правда такова, потому что самое главное, что я понял на обучении, это даже неправильно ставить задачи. А, ну, это тоже немаловажно, но и следить за их выполнением. Вот контролю я и на данный момент научился и подтянул, причем существенно. То есть первое, что я сделал, когда только записался, я просмотрел первый видеоролик, и я взял сразу же контролера. Контролера за небольшие деньги, и после этого начался рост именно... Даже снижение. Мы начали экономить, даже больше зарабатывать за счет того, что у нас снизилось количество косяков. На всех этапах развития бизнеса я считаю, что это сэкономит очень много времени. Но другого пути вообще нету. Узнать, как в цивилизованном мире, да, бизнес развивается. Вот это окно, через которое можно понять и прийти к крупному бизнесу. И, ну, и к системе, да, то есть к тому, чтобы получать удовольствие от того, как будет работать система постоянных улучшений. На уроках мы будем разбирать живые бизнес-кейсы. Мы будем ставить амбициозные цели, и я вам буду помогать достигать этих целей. Что вы узнаете на программе масштабирования? У нас будет 14 тематических блоков, которые раскрывают следующие вопросы. Разработка стратегии в бизнесе. Выбор нового товара или услуги. Вы научитесь правильно тестировать ниши. Мы будем учиться маркетингу и ценообразованию. Вы научитесь фокусироваться на финансовых результатах. И мы будем учиться привлекать финансирование. Научитесь создавать и удерживать команду из правильных людей. Определять точки фокуса для развития компании.
Вы узнаете все о мышлении, установках, принципах, правилах, по которым живут крупные бизнесмены. С первого урока вы определите свою точку А и спланируете точку Б на период обучения. Вы определите ключевые факторы успеха КФУ для достижения результата. Вы будете ежедневно двигаться в быстром темпе в нужную сторону. Программа обучения построена на трех элементах, точно так же, как и в спорте. Первое – теория. Мы расскажем вам, что нужно делать. Второе – это наш собственный пример. Мы на собственном примере покажем, как мы это делаем и какие результаты дают нам эти действия. Третье – это корректировка. Мы будем корректировать ваши действия в бизнесе. Тем самым вы будете оттачивать ваши навыки и все лучше и лучше управлять вашим бизнесом. Вы внедрите систему удаленного управления, которую я создал и разработал, благодаря которой я управляю коллективом, в котором сейчас работает 2530 человек. Наши рестораны находятся в 10 странах мира. Люди, которые работают в компании, расположены в 200 городах. 500 человек работают дома, удаленно. В школе я бы, наверное, не мог выделить что-то самое важное, потому что по мере того, как начинаешь обучаться, у тебя появляется много вопросов, и вот есть категории улучшения, которые у тебя просто сменяются. Ты что-то одно улучшил, надо переключаться на другое, то хотя бы просто чуть-чуть удержать на месте. И вот все уроки, ну просто такое количество там знаний заложено в самом личном кабинете, столько видео, такая большая библиотека, что все, ну просто не пересмотреть. Это, ну, надо начать смотреть, но ты тогда делать ничего не будешь. Поэтому, когда я обучался, я просто вот, ну, начинаешь осознавать, что ты сделал фокус сейчас на то, что самое важное. Потом у тебя этот фокус со временем, когда ты подтянул там какие-то косячки мелкие, то есть мелкие моменты, которые тебя отвлекали, у тебя просто фокус меняется в другом направлении, ты понимаешь, блин, теперь не вот это важно, а совсем другая категория, мне нужно над ней работать. И все, что тебе не нужно ждать там, пока у тебя топ выйдет какой-то на, с тобой, на не на совещание, а на урок. А просто достаточно зайти в категорию, в библиотеку знаний, в нужную категорию и начать смотреть уже те ролики, которые тебе необходимы. И если тебе уже что-то непонятно, можно просто переключиться, записаться на занятия с любым из топ-менеджеров. Там, в принципе, вполне, ну, доступно каждого, насколько по моей памяти, они с каждым успевают поговорить и отвечают всегда на вопросы. Причем разбирают от я до а, постоянно, досконально, по полочкам, так, чтобы не осталось открытых вопросов. Онлайн-обучение, я считаю, это просто благодарность Вселенной, что в это время я живу, потому что, ну, практически 80% знаний я получил в наушниках, занимаясь спортом, да, там каждое утро пробежка. Не столько нужно выучить наизусть информацию, сколько нужно много ее слушать, чтобы новые убеждения вытесняли старые, которые в нас залипают и очень не хотят прощаться, да, так как они управляют телом, и это тоже некого рода власть. В школе я хотя бы понял, куда смотреть в каком направлении. Я понял и сейчас работаю над тем, чтобы все работало как часы. Это делать тяжело, тут это делать нелегко. Есть сотрудники, подчиненные, которым кажется, что ты должен сказать один раз, и он должен выполнить. Но только ежедневный контроль, только ежедневный план по действиям подтягивает все эти критерии, подтягивает документы. Новый человек, который пришел, ему приходится каждый день ставить задачу. Как ставить задачу, я научился в школе. Как ее контролировать, я тоже этому научился в школе. С вами еженедельно урок буду проводить лично я. Этот урок состоит из двух частей.
Сначала я буду разбирать тему. На каждом уроке тема. Мы разбираем глубоко тему. А потом вторая часть урока. Я буду отвечать на все ваши конкретные вопросы. Лицом к лицу. По видео. Также ежедневно вы будете приходить на уроки моих самых крутых топ-менеджеров. Это члены совета директоров. Это финансовый директор, это операционный директор, это генеральные директора стран. Все ключевые менеджеры проводят каждый день урок. И вы сможете прийти и задать им конкретные вопросы, которые волнуют вас прямо сейчас. И они терпеливо, спокойно объяснят, что вам конкретно нужно делать в данной ситуации. Уверяю вас, что на каждом уроке вы познакомитесь с огромным количеством стратегий и приемов. Я обещаю вам, что изучение и применение постоянно на практике того, чего мы учим, даст вам феноменальные результаты в вашем бизнесе. Вы начнете зарабатывать в разы больше, чем вы зарабатывали раньше. Бизнес начнет стремительно расти. Вас не догонят конкуренты. Никто не будет понимать, в чем секрет вашего успеха? Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. Конфуций. Количество людей, которые мы сможем взять на эту программу, очень ограничено. Как только группа будет укомплектована, набор будет прекращен. Сейчас, скорее всего, у вас возникает вопрос, сколько же стоит эта программа? На что я отвечу? Она стоит очень дорого. Труд таких профессионалов для достижения вашего результата не может стоить дешево. Я думаю, вы понимаете, сколько час моей работы стоит. Я являюсь генеральным директором и собственником компании с оборотом $50 миллионов. 2500 человек работают. Но так как я хочу оставить след в развитии предпринимательства, мы сделали цену, которая доступна каждому. Если вы забронируете участие в программе масштабирования прямо сейчас, вы сможете получить цену, которая почти в два раза меньше, чем ее полная стоимость. Мы поставили себе цель сделать такую цену, чтобы она была доступна для каждого предпринимателя, чтобы эта цена была не больше стоимости одного специалиста в месяц. Знания, за которые платят, запоминаются лучше. Раби Нахман. И это еще не все. Моя команда подготовила для вас ряд удивительных бонусов, о которых вы можете прочитать на этой странице. Сейчас у вас нет причин, чтобы не создать бизнес, о котором вы мечтали, чтобы не построить жизнь вашей мечты. Реальная причина может быть только в том, что вам это не нужно, и вы не хотите ничего менять в своей жизни. И если это так, то я хочу, чтобы вы сейчас задумались, что вы ответите своим детям, когда они спросят вас, почему мы не живем так хорошо, как другие люди. Вы уже не сможете сказать своим детям, что у вас не было возможности. Возможность есть, и она здесь и сейчас. Станьте лидером для своего бизнеса, тренером для своей команды. Побеждайте, выигрывайте, становитесь лучшим в мире. Сегодня вы ответственны не только за себя, вы ответственны за всю вашу команду и за всю вашу семью. Они смотрят на вас и готовы идти за вами к лучшей жизни. Они ждут этого от вас, поэтому действуйте. Ребята, я вами горжусь. Вы лучшая в мире команда.